Друзья, всем доброго здоровья! И снова с вами наша лохматая душа. Благодаря вам мы смогли продлить крыши. Продлить крыши, ребята. На 30 метров у нас удлинились крыши над вольерами. Это огромное счастье, и я от всего сердца вам благодарна. Спасибо вам. Огромное-огромное спасибо за то, что не забываете нас, за то, что делитесь и помогаете, за то, что поддерживаете нас. Ребят, спасибо вам от всего сердца, мои хорошие. 30 метров – это огромное расстояние для приюта, который живет на пожертвования. Это такая огромная помощь, это такое счастье. Спасибо вам, люди, за доброту, за понимание. Спасибо вам за поддержку. Я вам искренне благодарна, ребят. Полюбуйтесь на наши крыши. Сейчас мы крыши продлеваем на ближайшие 2-4 ряда. А таких рядов у нас 8. Но кусками тоже не хочется делать. Хотя мы, посмотрите на наши крыши, мы их латаем чем только можно. Любым подвернувшимся под руку кусочком железа. И все равно это счастье, ребята. Теплый, укрытый дом, защита для тех, кого мы приручили и бросили. Для наших бездомных, ребята. До Нового года осталось всего 10 дней. Последние 10 дней наши надежды в этом году. Наши надежды на вас, ребят. На вашу доброту, на ваше милосердие. Наша надежда, ребята, это вы. 10 дней. А потом начнутся праздники. И всем будет не до нас. 10 дней, друзья. 10 дней до Нового года. Как мы его встретим? Мы все. Возможно, для кого-то радость получить там подарок. Тряпку, сумочку, туфли, не знаю, машину. А для кого-то в подарок это, ребята, мешок корма. Причем мы за него будем искренне вам благодарны. Не кривя душой. Мешок корма, ребят. Подарите нам 1500 мешков. Каждый живой, лохматой душе. Это будет царский подарок на Новый год. Не знаю, ребят. Все мы разные. И ценности у нас разные. И все равно, ребята, я не устану призывать вас. Давайте будем добрыми. Давайте по-настоящему будем добрыми. Ведь от нас не убудет. Бросить лишнюю сосиску зверю на улице. Подобрать зверя несчастного сбитого и довести его хотя бы до клиники. Ведь мы это можем делать, ребят. Можем. Если отбросить то, что нам мешает. Каждому из нас мешает что-то быть по-настоящему человеком. Мы просто не задумываемся над этим. Но доброта есть в каждом из нас. Я в это верю, я это знаю. Просто в последнее время жизнь такая тяжелая, что мы забываем, как быть добрыми. Забываем, ребят. И тем не менее, доброта есть в каждом из вас. И именно на это я уповаю сейчас и пытаюсь достучаться. Хочу расшевелить вас, встряхнуть, рассказать вам о том, какие вы хорошие и как много вы для нас делаете, и как много уже сделали. Ребята, жизнь летит очень стремительно. Я вам по-доброму хочу сказать, остановитесь на мгновение, оглянитесь, задумайтесь. И спешите делать добро. Спешите, мои хорошие. Оно обязательно вернется. Если не вам, то вашим детям и внукам. Я это твердо знаю. У меня есть и дети, и внуки. И я уверена, что наша жизнь влияет на их. Я это твердо знаю, ребята. Поверьте мне, пожалуйста. И дай вам Бог сил и добра. Не устану это повторять. Дай вам Бог сил, добра, любви.
и всего самого хорошего, что есть в этом мире. И спасибо вам за то, что вы с нами. Спасибо за то, что помогаете, когда нам трудно. Спасибо, что смотрите наши ролики и отзываетесь. В этом году осталось всего 10 дней. 10 дней, чтобы успеть в этом году сделать добро. Да не оскудеет рука дающего. И пусть этот мир будет к вам так же добр и щедр, как вы к нему, ребят. Все в нашем мире взаимосвязано. Все. Я желаю вам добра. Выздоровели. Едем в приют. Биша и два мальчишки. Чуки и Гек. Кошку зовут Маури. Приблизительно возраст у кошки 4 года. Имя дали в клинике. 3 дня побудет в стационаре, пока ее прокапают. Через 3 дня на усмотрение врача мы ее прооперируем. Перелом бедер. Досталось, конечно, малышке. Ползала на передних лапах по двору. Ну, в общем, слава богу, кошку забрали, и больше, конечно, я ее туда не верну. У деток глазки начинают открываться. Еще тяжело, но у деток начинают открываться глазки. Да, мама, ты моя красавица. 2 твоих ребенка. Хорошие. Хорошие детки. Ничего, ребята, потихонечку вытащим деток. Моя девочка, моя хорошая. Да, котик мой? Ничего, поправятся. Поправятся. Наши болящие тоже потихонечку выздоравливают. Да, полегче уже стало. Полегче, солнышко. Полегче, мой хороший. Ничего, все будет хорошо, ребята. Ты красотка? Так, ребята, очень хорошо. Так, закрываем деток. Так, ребята, а вот Тузе плохо. Неизвестно, выживет Тузик или нет. Тузик отказался кушать. Вроде ему сначала стало легче, но сейчас у него наступило ухудшение. И сегодня, ребята, еще один малыш у нас. Тебя капаем, все в порядке. А черненького сегодня привезли. Почему-то его пробило после прививки. Ну, так частенько бывает, поэтому, ребят, у нас новый болящий малыш. Ничего, все будет хорошо. Пациенты у нас меняются, ребята. Нам очень-очень нужна помощь. И нужно новое помещение, более обустроенное. Ребят, больных всегда много. Помощь необходима, друзья. Нам необходимо построить щенятник. Обязательно построить щенятник и построить небольшой карантин, где мы могли бы капать. Корм, корм, корм. Ребят, это как клятва, как заклинание. Нам нужен корм. Корм – это наша жизнь. Ребят, вы понимаете, насколько это страшно? Представьте себе, что вы посреди пустой квартиры, у вас голый стол, и кроме воды у вас ничего нет. А есть очень хочется. Это, милые, родные мои, хорошие люди. Я не говорю, что вы должны отдать все. Ребят, поделитесь каплей. Каплей с вашего стола. Люди, но ведь у всех в душе надвигается праздник. Мы уже бегаем радостные по магазинам, покупаем то, что нам нафиг не надо, чтобы просто себя порадовать. Порадуйте бездомных.
Порадуйте их сытыми днями, зимними ночами. Ребята, сытый зверь не чувствует мороза. Им не будет холодно, если они будут сыты. Я прошу вас, осталось так мало до конца этого года. Он был очень тяжелым, для кого-то он был страшным. Для нас, ребята, он был трудным. Но мы же не сдаемся. Мы продолжаем строиться, лечить, выкручиваться. И надежда только на вас. Пожалуйста, поделитесь с нами. Подарите нам сытый Новый год. Прошу вас, друзья, откликнитесь прямо сейчас. Прошу вас, поделитесь с бездомным. Не допустите, чтобы в новом году бездомные звери начинали год воя от голода. Пожалуйста, ребят, не допустите этого, люди. Ну, прошу вас, не допустите.